Рыцарские турниры в царстве современия. На один вечер молодежный центр «Современник» превратился в средневековый замок, где состязались самые отважные, смелые, но и самые маленькие жители города. Здесь состоялась сюжетно-ролевая игра, участники которой – дети в возрасте от 5 до 8 лет. Для начала они должны были продемонстрировать самостоятельно придуманные и своими руками сделанные доспехи и оружие, а после проявить меткость, ловкость и находчивость в конкурсных эстафетах. Подобные мероприятия, уверены организаторы, воспитывают в подрастающем поколении чувство мужества, взаимовыручки, понимания и благородства, присущие только настоящим рыцарям.